Всем привет, друзья! Сегодня я хочу приготовить рулет из сливового джема и с маком. Кому интересно, оставайтесь со мной. Этот рецепт очень простой, быстро готовится и очень вкусно. Кому интересно, оставайтесь со мной. Подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте лайки, буду очень рада. Мне для этого понадобится 5 яиц. Сейчас я буду взбивать эти яйца в течение 5 минут. Я не разделяю желтки от белков. Взбиваю 5 минут, постепенно добавляю обороты. Белки и желтки взбивала ровно 5 минут. Добавляю 200 грамм сахара. И продолжаю взбивать. Яйца и сахар взбивала ровно 10 минут. Добавляю 200 грамм муки. Только потихонечку, по чуть-чуть. И вымешиваю вот таким образом, аккуратненько, не спеша. Мука у меня просеянная. Цементную бумагу помазала сливочным маслом и отправляю тесто в форму. Друзья, вот такая вот прелесть. Вот так она у меня получилась. Вот такой вот бисквит. Сейчас, значит, опрыскиваю бисквит сиропом. Бисквит помажу сливовым джемом. Добавлю немножко мака. Пусть немножко постоит, пропитается. Бисквит начинаю заворачивать аккуратно. Бисквит просто чудо. Бисквит посыплю сахарной пудрой и сверху посыплю маком. Рулет у меня готово. Вот такой вот бисквит у меня, друзья, получилось. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Буду очень рада. До новых встреч. Приятного всем аппетита.